Всем привет, ребятки! Вот и закончился чемпионат. Заняли мы третье место. Цель нашей до поездки была топ-3. Вот, как бы исправились, и очень обидно, так как сыграли неубедительно в группе. Вот. Сделали с Пентой пару ошибок, потом обсудили все четко, собрались с Virtus.pro, получилось их обыграть. Вот. Ну и соперник сразу же был не, так, не очень легкий, как бы. Вот. Ну, мы старались и с ними в игре. У нас как бы такой свежий состав, у многих игроков новые роли. Вот. Но мы будем стараться очень сильно. Чувствуется ваша поддержка, поддерживал нас здесь и зал. Будем сейчас приедем, отдохнем, наверное, недельку. Нет, даже не будем отдыхать. Сразу приедем, у нас там куча матчей, StarLadder, вот, и потом соберемся на буткемпе перед готовиться и будем усердно тренироваться к этому чемпионату. Это как бы наша главная цель. Всем спасибо еще раз за поддержку. Мы все читаем комментарии. Спасибо нашим спонсорам, спасибо родителям, спасибо девушке любимой. Всем спасибо, всем пока.